Приветствую вас на канале Hard Reset Info. Сегодня я покажу, как на устройстве Samsung Galaxy A31 сделать очистку кэша. Для этого нам нужно в первую очередь выключить наш телефон. Затем, после его полного отключения, удерживаем комбинацию клавиш, кнопка включения и кнопка громкости вверх на несколько секунд. Как только экран загорится, можно отпустить все клавиши. Попадаем в такое вот меню, и в нем, используя кнопки громкости, перемещаемся к шестому пункту Wipe Cache Partition и выбираем его при помощи кнопки включения. Затем подтверждаем эту операцию, выбрав опцию Yes. Когда в левом нижнем углу появляется сообщение Cache Wipe Complete, можем смело выбирать первую опцию Reboot System Now, чтобы перезагрузить наш телефон. И на этом все. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки и пока!